Всем привет, с вами Андрей Санар. И сегодня я показываю наши новые 4-точечные бедренные упоры. В отличие от традиционных уже бедренных упоров с Г-хуками, со специальными алюминиевыми пряжками в форме буквы Г латинской, наши упоры не содержат этой самой буквы Г, которая является слабым элементом. Почему эта буква Г является слабым элементом? Это отдельная вывешенная вот эта вот консолька буквы Г, она работает на разгибание. Такая штучка, она тоненькая и прорезает саму гребенку, на которой она крепится. И даже несмотря на то, что на этой гребенке сделано много зубчиков, реального изменения положения там всего 5-6 сантиметров, не больше. Если для двух точек смотреть, то сдвиг очень небольшой. В нашей же конструкции этого всего нет, зато есть гораздо более широко регулируемые пределы средних точек 4-точечного упора, и сделаны они нашей специальной гребенкой. Вот сейчас я надежно привязан к лодке, мне очень удобно, мне ничего не мешает. И вообще все здорово. Ну, наверное, бурноводникам это отдельно покажу. Они отдельно оценят. Пока что я сам тестирую. Давайте покажу, как устроен этот самый 4-точечный упор. Вот сама петля с внутренней стороны. Она обшита ПВХ-шечкой для удобного прилегания. Регулируемые точки с одной и с другой стороны. Сам ремень симметричный, его можно и на левую, и на правую сторону ставить, в отличие от упоров 3-точечных предыдущего поколения. Как достигается регулировка средних точек? Наклеено 2 гребенки на каждый борт. На каждой гребенке по 3 лямочки. Эти лямочки в свободном виде просто вот так вот свисают и никому не мешают. В принципе, здесь можно еще дополнительно сделать какую-то фиксацию этих лямочек, чтобы лямочки можно было убирать. Но я как-то не вижу в этом смысла. Дальше, выбирая нужную пару лямочек, можно выбрать комфортное для себя расположение средних точек бедренного упора. Я вот выбрал вот такое. Мне хорошо, комфортно и удобно. Регулировка длины осуществляется надежнейшими трехщелевками, выдерживающими огромную нагрузку, в отличие от Г-хуков, которые и сами разгибаются, и повреждают гребенку с отверстиями, которая крепится на борт у других производителей. Эта же конструкция абсолютно надежная. Скоро мы проверим это на воде. И я уверен, что эти упоры на воде покажут себя в самом лучшем виде. С вами был Андрей Санар. Всем пока.